Казанском федеральном университете стартовала 7-я международная молодежная научная конференция «Татарстан АПЕКС-ПРО-2023». Главная цель конференции – поиск молодых талантливых специалистов и выявление перспективных научно-технических разработок с их последующим внедрением на предприятиях нефтегазовой отрасли. Сегодня проходит второй день. Первый день был это экскурсия по Казани и заселение. Второй день это основной. Сейчас у нас будет проходить открытие. Сейчас мы скоро уже начинаем. И работа по секциям будет проходиться. Еще сегодня пройдут интерактивы для участников, чтобы они смогли немного отдохнуть. Третий день конференции будет мастер-класс от компании, которые являются нашими спонсорами, индивидуальными партнерами. И там уже будут разыгрываться подарки, еще будут интеллектуальные игры, поэтому программа наша насыщенная, каждый найдет себе, что они хотят. Участники конференции, обучающиеся в высших учебных заведениях, а также молодые ученые и специалисты организации нефтегазовой отрасли в возрасте до 35 лет. Конференция пройдет на базе Института геологии и нефтегазовых технологий. Отличительным моментом в данной конференции, в этой конференции, является то, что при поддержке «Газпромнефти» и при поддержке нашего научно-образовательного центра «Газпромнефть КФУ» будут организованы специальные кейс-игры по газоконденсатным месторождениям. Они также уже начались в феврале месяце, сейчас уже идет финальные этапы идут. И по итогам последнего кейса завтра будет избрана команда-победитель. В этом году заявки на участие подали более 500 человек. Из них в следующий этап прошли 250 человек из 30 городов России и ближнего зарубежья. Победители конференции получат возможность стажировки в ведущей компании нашей страны и индустриального партнера конференции «Газпромнефть». Екатерина Аскарова, Александр Кузнецов, Универньюз.